Ну и вот Марина вам пела уже, любовь никого от себя не отпустит. В общем, и такие же есть слова и в моем следующем стихотворении, которое называется «Дыхание весны». Я должен пояснить. Значит, у нас над головой есть точка, которая называется в астрономии зенит. О ней мы все знаем. Но еще есть одна точка, которая находится на небосводе под нами точно. Она называется надир. Ну и вот как бы метафора в этом произведении моем. Это вся жизнь наша проходит от нашего зенита рождения и до скорбного момента, который мы назовем надир. Дыхание весны. В умеренных широтах неумеренные страсти. Девятым валом накатило дыхание весны. Ломаются обыденности, грани, кромки, пласти. Попались миллионы на крючки любви весны. Торнадо чувств, закручиваясь в атмосферу, шутя, манипулирует лочонками судеб. Дыхание весны дарует в счастье веру, которая дороже золота, ценнее, чем хлеб. Штормит, но мы не убираем паруса и радуемся энтропии мира. Весна командует, эй, там, у рулевого колеса, по солнечному ветру нос держать на переходе от зенита до надира. Молодец! Ну, что не было таких?